Капитан Андрей Чернецов служит в столице белорусской артиллерии, в городе Осиповичи. В его ведении самая мощная система залпового огня армии – «Смерч». В числе основных качеств офицера – профессионализм и решительность. Командир является для меня примером. Я стараюсь быть таким же, как он. Отзывчивым, трудолюбивым, честным во всех смыслах этого слова. На первый взгляд, когда я увидел командира, он показался мне строгим, но в то же время справедливым. За время моей службы 7 месяцев он подтверждает эти качества. И в любых каких-либо сложных ситуациях он помогает. По итогам 2014 года Андрей Чернецов – лучший командир реактивной артиллерийской батареи вооруженных сил. Этот высокий статус – результат многолетнего труда. И начинал этот путь офицер с курсантской скамьи в военной академии. На мой взгляд, быть лучшим – это значит и более профессионально подготовлен, чем остальные. То есть у тебя больше каких-то знаний, умений, навыков или, если даже можно так сказать, всего лишь стремления. То есть я поставил перед собой цель занять первое место, я ее достиг. Он профессионал не только в своем профессиональном деле, как ракетчик, он еще хороший воспитатель. К солдатам относится по-отечески, всегда готов прийти на помощь товарищам. Командир – это когда каждый поступок, решение или даже привычка формирует твой образ для подчиненных, ответственность за дело, которому служишь, а для комбата Чернецова – это еще и гражданская позиция. Максим Слиш, Леонид Бартенев, телекомпания ВНТВ, специально для программы «Наше утро».